Призрачный листок, почему я должен умереть? Пьяный водитель, что это значит, панда, вы это видите? Призрачный листок, что будет с миром? Все люди умрут, что это, панда, посмотрите? О, господи, ставь лайк и подписывайся. Я тебя спасу, панда, вы это видите? Чё творим, бро, меня зовут Сайт Геонис. И просто срау же переподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм банду. Ведь, бро, ты же знаешь, мне тремя Суприм банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Я как пишу, бро, тебе очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть самой сильной батей на ютубе. И также сегодня со мной меня снимает Вероника. И, банда, вы не поверите, но сегодня реально жесткое видео. Все потому, что сегодня будем снова общаться с призрачным листком предсказаний. Уже ранее, целых 2 недели назад, мы уже общались с этим листком, где мы задавали ему очень страшные вопросы, а он давал на них ответы. То, что он говорил, это была настоящая жесть. Он говорил, что я скоро умру, говорил, что скоро конец света. Мне очень страшно от всего этого. И в том видео я пообещал, что в следующем новом видео я намного больше расспрошу этого призрака. И в своем инстаграме у вас, банда, я задал вопрос, что же вы хотите, чтобы я спросил у призрака? Было очень много вопросов, но я выбрал самые жуткие. И сегодня я задам эти вопросы и очень надеюсь, что я получу на них ответы и предсказания. Я очень боюсь этого призрака, потому что еще первый раз, как мы его призывали, он почему-то захотел, чтобы Настя умерла просто так. А второй раз он сказал, что я умру. Тем не менее, бро, у этого призрака есть специальное правило, которым нужно следовать. К примеру, в ту комнату, в которой мы призвали этого призрака, мы не можем входить до рассвета. Иначе призрак рассердится, просто убьет нас. Как это сделал Настя первый раз? Она зашла в ту комнату, и призрак ее просто украл. Также мы можем задать ему всего лишь 3 вопроса, не больше. Иначе призрак очень сильно рассердится, и кто знает, что от него ждать. Обязательно нужно быть вежливым с этим призраком. Я очень волнуюсь, бро, тем не менее, давайте на это видео наберем 10 тысяч лайков. И тогда, банда, я сниму 3-ю часть про этого призрака. И мы ему зададим намного больше вопросов. Именно поэтому, банди, допускайся, не лезь в свой царский лайк. А тем временем, бро, даже подписывайся на мой инстаграм, где выходят очень крутые фотографии, которые, я уверен, что тебе 100% понравится. Именно поэтому, банди, ссылка в описании. А тем временем, бро, мы еще 3 часа ночи, погнали! Окей, банда, надеюсь, вы готовы. На часах уже почти 3 часа ночи, 2.57. И за это время мы успеем сделать эту новую игру. Потому что этот листок я уже использовал в прошлый раз. Не знали, можно им пользоваться 2 раза. Тем не менее, про прошлом видео я уже показывал, как сделать этот призрачный листок. Сегодня же покажу его снова. И во время этого я расскажу, что мы будем сегодня спрашивать этого призрака. Окей, банда, для того, чтобы сделать эту игру, нам нужно полностью сделать квадратный листок. К примеру, вот там, банда, полный квадрат. Теперь же этот квадрат нам нужно полностью изгибать во все стороны. Детально я это показывал в прошлом видео. Сегодня же, банда, я расскажу, что мы будем спрашивать. В прошлом видео этот призрачный листок сказал, что я умру. И сегодня я хочу узнать, от чего же я умру, что послужит моей смертью. Мне очень интересно. Также ему задам те вопросы, которые вы писали в инстаграме. И, банда, посмотрите, наполовину уже готово. Мы все краи поскибали внутрь. Теперь же то же самое делаем с другой стороны. И после этого уже почти готов наш призрачный листок. Останется только написать цифры и все. И на самом деле, банда, я очень боюсь. Этот призрачный листок очень опасен, хоть мы его практически нигде не видим. Но он знает все о нас. Он может предсказать будущее, рассказать, что было в прошлом. Это очень страшно. Окей, банда, вот так вот это выглядит. Теперь за все это вот так сворачиваем, чтобы были изгибы. После этого, банда, готова. Мы сделали этот настоящий призрачный листок. Осталось же теперь только расписать цифры, раскрасить стороны и все. Мы уже можем задавать ему вопросы. И вот что у меня получилось, банда. Просто посмотрите, это точная копия призрачного листка. Теперь же я вам расскажу, как это действует. Вероника, покажешь? Да. Окей, банда, это работает так. К примеру, я задаю вопрос призрачному листку. Дальше выбираю какой-то цвет, к примеру, зеленый. Зеленый. Вероника делает так, и дальше выбираю число 3. После этого Вероника показывает, что там написано. И обычно там появляется ответ этого призрака. Сейчас же здесь ничего нету, потому что мы еще не призвали призрака. Тем не менее, бро, это реально работает. И сейчас мы уже будем призывать этого призрака. Надеюсь, вы готовы. Погнали, бро. Окей, банда, теперь же нужно выбрать комнату, в которой мы сделаем призыв. Нужно выбрать тщательно, потому что в эту комнату мы не сможем заходить до рассвета. В прошлый раз мы выбрали ванну, это была большая ошибка. Сегодня же я выбрал 3-ю комнату. Туда мы тоже не будем заходить до рассвета. Именно поэтому, банда, давайте уже это сделаем. На самом деле, банда, ритуал максимально простой. Нам всего лишь этот листок нужно положить сюда. И все, произвести заклинание. А заклинание там очень простое. Теперь же, чтобы призвать этого призрака, нам нужно 3 раза постучать по двери. После чего произвести заклинание. Оно звучит как-то так. Призрак двери, прояви покой, приснись к нам наш разговор. И после того, как мы 3 раза это скажем, этот призрак должен вселиться в тот листок, и мы сможем задавать ему вопросы. Ты готова, Вероника? Да, готова. Давайте же призвать этого призрака. Окей, банда.
Призрак двери, прерви покой, присоединись к нам наш разговор. Призрак двери, прерви покой, присоединись к нам наш разговор. Призрак двери, прерви покой, присоединись к нам наш разговор. Пойди все, банда, после этого этот призрак должен привязаться к тому листку. Теперь же нужно достать тот листок. Итак, банда. Эй, где листок? О, господи, посмотрите, он же лежал здесь, теперь он тут. Черт, это просто ошибся, не открывал двери. Получается, призрак в этом листке. И я в это верю, банда, потому что в прошлый раз это сработало, значит, сегодня тоже. Получается, мы теперь можем спокойно задавать вопросы и будем получать ответы. Окей, Вероника, ты сделаешь это? Да. Тогда пошли в ту комнату. Господи, банда, это просто жесть, нереально, это не верится. Мы снова это делаем, только сегодня будет намного жестче вопросы. Окей, Вероника, покажи, что листок полностью пустой внутри, чтобы не было никаких вопросов. Потому что мы реально прислали твоего призрака, гляньте, видите? Нигде ничего не написано. Сейчас же, банда, я задам вопрос твоего призрака, и там должен появиться ответ. Надеюсь, вы готовы. Окей, давай первое, что спросим, это... Призрак двери, ты здесь? Давай зеленый цвет. Зеленый. Давай число 8. О, господи, банда, я клянусь, там сейчас будет ответ. И посмотрите, там реально ответ. Он написал, да, вы это видите? Это такая жесть, банда. И после этого сразу же пропадает ответ. Покажи, Вероника, ты уже сокнула, там не должно быть ответа. Посмотрите, банда, видите? Нету, это число 8. Просто жесть, он сразу же убирает ответ. Я, если честно, банда, в большом шоке. Я не понимаю, как происходит эта магия. Тем не менее, продавайте уже задавать дальше вопросы. У меня есть много интересных вопросов. Итак, Вероника, следующий вопрос. Призрак двери, ты бессмертный? Давай цвет красный. Красный. О, черт, давай число 1. Черт, банда, там должен быть ответ. Я в этом верю, посмотрите, да! Я спросил у него, где он бессмертный, он ответил да! Получается, банда, не смогу на него сделать куклу Вуду, его никак не уничтожить! Он просто бессмертный! Я не думаю, что он мне соврал, потому что это не в его интересах! Тем не менее, провисом это видео, он реально мне отвечает! Я все же не могу в это все поверить! Господи, банда, мне просто в это не верится, он реально ответил да! И посмотрите, здесь больше нету никаких ответов! Сейчас я попытаюсь все это с одним кадром! Я задам ему вопрос, и Вероника выберет правильный цвет! Сворачиваю все это! И, банда, у меня есть один очень интересный вопрос! В прошлый раз призрачный листок сказал, что я очень скоро умру. И я хочу узнать, насколько это скоро случится. Призрачный листок, насколько быстро я умру. Давай желтый. Желтый. Давай, давай восьмой. О, господи, я очень волнуюсь, банда, черт. И посмотрите, здесь есть ответ, вы это видите? Очень-очень скоро вы это видите, банда, это просто жесть. Этот призрак мне снова ответил. Он сказал, что я очень-очень скоро умру, это жесть. Господи, банда, я не хочу умирать, почему именно я? Что не так? Я очень надеюсь, что этот призрачный листок очень сильно ошибается. Потому что кто знает, что там вообще сидит, что это за призрак? Возможно, он просто с нас прикалывается. На что я очень сильно надеюсь, банда. Господи, банда, я не понимаю, почему я должен умереть, я очень молод. Давайте у него спросим, от чего же я умру? Призрачный листок, почему? Я должен умереть. Давай синий цвет. Синий. О, господи, давай число 6 и 5. Господи, я очень волнуюсь, банда. Там сейчас должен быть ответ, посмотрите. Пьяный водитель, что это значит, банда, вы это видите? Неужели меня собьет пьяный водитель, банда? О, господи, это такая жесть, я просто в это все не верю. Мне очень страшно. Черт, банда, я не хочу с ним продолжать даже разговаривать. Но у меня сейчас очень много вопросов. Просто вдумайтесь, меня собьет пьяный водитель, как это понимать? Я очень надеюсь, что его пророчество никак не сбудется. Тем не менее, продавайте снова дальше наши вопросы. Окей, банда, про себя я уже знал, что хотел. Теперь же давайте спросим, что будет дальше с миром. В прошлый раз этот призрачный листок сказал, что весь мир уничтожится. Призрачный листок, что будет с миром? Давай желтый. Желтый. О, господи, я очень волнуюсь, банда. Я не знаю, какую выбрать цифру. Пусть будет 1. Все, давай, Вероника, его все люди умрут. Что это, банда, посмотрите. Вы это видите? И посмотрите, он еще добавил смайлик. Черт, этот призрак просто какой-то ненормальный. Это такая жесть, просто гляньте. Он реально написал, все люди умрут. Я просто в это все не верю. Он говорит, что реально будет конец света. И говорит, что все люди умрут, только вдумайтесь, это банда. Это такая жесть. Тем не менее, правда, давайте спросим у него, почему же все люди умрут, от чего? Ведь конец света не может так просто настать. О, господи, банда, мне от всего этого просто не по себе. Давайте же у него узнаем, почему все люди умрут. Призрачный листок, почему все люди погибнут? Давай желтый цвет. О, господи, давай то же самое число 1 и 2. Там уже будет другой ответ, по идее. Смертельная болезнь. Черт, вы это видите, банда, что происходит? Там реально написано смертельная болезнь. Что это значит? Это такая жесть, вы сами это видите. Тоже у нас в мире появится еще какая-то смертельная болезнь. Только вдумайтесь это. Это такая жесть, черт. Мне просто в это все не верится. Это реально шутка. Я же вам говорил, что этот призрачный листок реально как будто какой-то ненормальный. У него реально очень странные ответы и очень страшные. Даже очень страшно представить, только вдумайтесь. Он говорит, что реально будет какая-то смертельная болезнь. Это жесть, черт. Там реально
Рианет, это написано Рианет, ты ответил. Я просто все очень могу в это все поверить. Мне нужно было вообще с этим призрачным листком, вы сами это видите. Это точно добром не кончится. Тем не менее, брат, давайте у него еще кое-что спросим. О, господи, если он говорит, что все человечество умрет, но может все-таки кто-то сможет его спасти. Ты как думаешь, Вероника? Да, я думаю, кто-то спасет. Давай у него об этом спросим. Призрачный листок, кто-то может спасти человечество от конца света. Давай зеленый цвет. Господи, я очень волнуюсь, банда, давай число 3. Черт, это просто жесть, что он ответит. Господи, посмотрите, нет, все умрут, черт, вы это видите, банда. Это такая жесть, он реально об этом говорит. Он говорит, что все человечество просто умрет за конца света из какой-то смертельной болезни. Это такая жесть, я просто в это все не верю. Вероника, что вообще происходит? Я не знаю, мне очень страшно. Это уже очень страшно, он говорит просто жуткие вещи, черт. Окей, банда, я больше не хочу с ним общаться. То, что мы сегодня узнали, мы явно не должны были знать. Давайте теперь просто с ним обращаемся и выкинем его как можно дальше, чтобы больше никогда с ним не общаться. О, господи, призрачный листок, прощай. Давай цвет зеленый. А, Сережа, горит. О, господи, Вероника, будь аккуратней, черт. Это просто жесть, он реально говорит, посмотрите. Господи, что там было написано, жесть, банда. О, господи, ставь лайк и подписывайся. И я тебя спасу, банда, вы это видите? Это говорит этот призрачный листок. Скорее, поди, допускайся, не жми лайк и подписывайся на канал. И тогда призрачный листок тебя спасет. Это такая жесть, мне просто в это все не верится. Я очень надеюсь, банда, что это все сработает. Именно поэтому, поди, допускайся, не жми свой царский лайк. И про 10 тысяч лайков я продолжу с ним дальше разговаривать. И про вот комментарий из прошлого видео. Господи, глянь, какие они шикарные. Идеальные комментарии. А про если вдруг ты хочешь посмотреть еще видео, всего лишь мне нужно опуститься ниже. Даже свой лайк, колокольчик и все, поверь, ты уже в моем видео. Лайк, колокольчик, комментарий в моем видео, бандит. Помни одно, оставайся тебе шикарным, пока!